А что бы вы сделали с этим золотом, мои дорогие ученики? Вот ты, Ермек, ты старше всех, говори. Золото нужно отдать хану. Ему принадлежат все сокровища. Бойтесь владыку, владык. А ты как считаешь? Раз этот клад никому не принадлежит, и все от него отказываются, я повелел бы снова зарыть его в землю. Ну, а ты что скажешь, дитя мое? Подумай и ответь. А я уже подумал, учитель. На эти деньги я купил бы семян самых лучших деревьев и вырастил в нашей степи большой тенистый сад. Пусть в нем отдыхают усталые люди. Поистине прав тот, кто говорит, считай старше себя и молодого, если он умен. Возьми осан это золото и отправляйся в ханскую столицу за семенами для сада. Помни, мальчик, люди будут ждать тебя. Не обмани их надежды. Оставляй меня здесь. Не бойся, почтенный человек. Ты сядешь на моего коня. Где твое селение? Аллах дал тебе доброе сердце, мальчик. Ой!
Стола. А как ты сюда попал, сын шайтана? Эй! Отойди от клетки! О, достопочтенные караванщики! Не мучайте птиц! Отпустите их! Разве вы не слышите их стоны? Отгони его прочь, караван баши! Вы жестокие люди! Вы хуже зверей! Смотри, Аллах иссушил его мозг. Фу, брось его, нам надо спешить. Стойте! Возьмите взамен это золото! Хан столько не даст! Ермек, что удалось тебе узнать? Чему этот старец учит своих казахов? О, великий хан, да продлит Аллах твои дни! Я пришел сказать, что по наущению старца степные люди утаили от тебя большой клад. Лжешь? Сын оспы, ты взял его себе. Нет, и это еще не все, владыка. С помощью Аллаха ты покорил много земель, но от степных людей ты не добился покорности. Мальчишка, ученик мудреца, подкупил караванщиков и выпустил птиц на волю. Твой караван не придет.
джигитов в степь. Быстрее ветра доставить мне того, кто выпустил птиц. Что такое? О, владыка, в твои покои заползла ядовитая змея. Я убил ее. В поступках твоих не было корысти. И смотри, это не осталось без награды. Настанет такой день, в
вся земля, весь мир станет для человека цветущим садом.